Ну что, ребят, на чем мы остановились там в прошлой серии? А на том, что мы нашли с вами акваланг. Вышли из пещеры, и я добрался домой. Сохранился, пополнил запасы, как говорится, наших боеприпасов. Сделал себе бомбу с таймеров. Единственное, что мне не хватало последнего, это, получается, мне монетки. Ну, то есть... Помните, я говорил, что непонятно, чего-то мне не хватает. Не хватало мне монеток. Теперь понятно, зачем монетки. Так, у нас появилась на карте, как видите с вами, две мигающие точки. Одна здесь находится, а вторая без понятия где. Нужно будет туда сходить. И нужно будет обыскать, наверное, две пещеры. В одной пещере я должен буду найти лопату, во второй я должен буду найти кошку. Либо, я не знаю, как эта штука называется. Вот у меня есть, если вы видите, трос с таким крюком. И нужно будет найти штуку. Кошку, наверное, или как она правильно называется. Которая будет это все крепиться. Так, я предлагаю потом сходить к той пещере, где с вертолетом. Полностью ее залутать. И найти еще одну пещеру. Попробовать найти лопату. Потому что без лопаты мы с вами не сможем... Я так понимаю... Что это такое? Грибочки, да? Не сможем его с вами откопать. Эти, как его... Наши вот эти вот розовые штуки там без лопаты, так понимаю, мы не сможем достать и понять, что от нас хотят. Так что ладно, давайте выдвигаться, давайте смотреть. Не бегал я к этим мигающим точкам, я даже не знаю, что там находится. Даже не знаю, сначала к ним идти, либо в пещеру. Ну, давайте сходим, посмотрим, что там, потом сходим в пещеру, в эту... Там, где наш самолет, либо вертолет упал. И попробуем еще одну отыскать пещеру. А, да, я с прошлой серии, помните, я в пещере, где нашел акваланг, налево пошел, а потом говорил, что нужно еще прямо сходить посмотреть. Ага, вот это вот бабайка, вот это вот двойная бабайка. Вот эта штука, которая может повредить нам дом. Так, ладно. Давайте сейчас перейдем. Перейдем. Возьмем с вами лук стрелы. Да, что я там нашел? Я там был шокер нашел. В той пещере. Так, а где это? Во-во-во-во. В это, про эту штуку говорил, то что сможет достать. Так, так, так. Ага, не попал. Не попал. Блин, мне не хватает здесь нашей малыхи. А давай попробуем, слышь, мы тебя, братиш, немножко... Немножко поздороваться с тобой вот этой вот штукой. Ага, ты не хочешь, да, туда идти? Так, нормально, нормально. Блин, я мог бы, конечно, ствол бы взять бы, наверное, я бы... Мог бы, конечно, ствол взять, но не хочется патроны тратить. Вообще не попадаю, вообще не попадаю. О, попал. Попал. Попал, вроде бы, да? Есть. Да. Патрошки с вами тратить не буду, пока мисс... Ага, мне стрелы закончились. Окей, 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 окей. А чтоб его взять бы? Чтоб его взять бы такую, эту штуку. Так, давай попробуем. Давай попробуем. Давай попробуем. Не, не попробуем. Ладно, берем топор. Угу. Не, если бы я серию не записывал бы, наверное, сейчас бы и гранатами, и пистолетами разорвал бы, наверное, пвоп. Но не хочется тратить это все. Не хочется это все тратить. Все, 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 все. Отдыхай, отдыхай, отдыхай. Отдыхай, зайчик, отдыхай. Не-не-не-не-не, погоди, погоди, погоди. Погоди, погоди, погоди. Патрошки мне пригодятся, а мы с тобой и так справимся. Мы с тобой, падла, и так справимся. Ага, вот еще кто-то бежит.
Так. А ничего, что я тебе помогаю, как бы. Интересно, я когда нахожусь в этом режиме, у меня они смогут на меня напасть или нет? Так, давайте попробуем наделать стрел. Вот так сюда. Хочешь начать серию из того, что ты идешь в какую-то пещеру и лутаешься, а оно как обычно. Оно все как обычно, не по плану. Так, попадай, Арчи, пожалуйста. Ой, ё-моё, ой, ё, 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 ой. Ладно, делаем еще. Мне не жалко. Мне не жалко, этого добра у меня много. Этого добра у меня много. Все. Давай, иди сюда. Угу, не попал. Не попал. Да твою ж. Спешу, спешу, спешу. Ага, закончилось. Ну, закончилось, ладно. Давай делаем C4. Давай делаем C4. Что тебе еще нужно? Часики, да? Да. Только они не хотят ко мне бежать. Прям сюда, куда я подхожу к ним. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Бум. Есть. Есть же, да? Да, есть, хорошо. Все, сейчас позабираем себе стрелы. Заберем броню. И пойдем как раз туда, куда мы хотели. Так, шикарно, отлично. C4, как говорится, штука полезная. Так, давайте пока мы далеко не ушли. Сделаем еще, если мы сможем. По идее, сможем. Так, хотя бы две штучки сделаем. Потому что по-любому в пещерке там нас кто-то будет ждать. Так, монетки, монетки. Чего тебе еще не хватает? Чего еще тебе не хватает? Ага, вот все. Шикарно. Все, не будем дальше тратить, не будем дальше тратить. Пойдем. Пойдем посмотрим, что там мигает. Блин, надеюсь, там будет 3D-принтер, и мы сможем себе чего-то напечатать. Прикольного, потому что у нас краски очень много. Не знаю, почему на шайтке у малых знамени пошла, которая с пистолетом. Но нам бы тут бы помогла б. Так, съесть и одеть броню. Давай. Где наша броня? Вот наша броня. Все, побежали. Хотя бы один лишний удар, но мы сможем выдержать. Так, ага, и тут что будет? Поселение какое-то или что? Или что оно тут у нас с вами мигает? Я так подумал, пока здесь мы идем. Я думаю, в принципе, дальше базу нам нету смысла строить. Мы и так там в безопасности. Так, надеюсь, это олени бегают. Олени и белочки. Так, что это у нас тут? Что это у нас тут? Или это прямо в пещеру нужно было спускаться? Так, ну мы на месте. Мы на месте. Крица, мы с вами на месте. Что? Где тут оно что? Угу. Может, реально в пещеру нужно спускаться? Так, это ты? Это ты, да? Мне сюда в пещеру? Да, мне сюда в пещеру. Ну ладно, идемте.
Идемте. В принципе, у нас с вами есть чем и отбиваться, и чем сражаться. Так, давайте, наверное, сейчас оно разлагает. Можно мне открыть? Я не могу инвентарь открыть, прикинь. А могу, да? Сделать вот так. Сделать вот так. И взять, наверное, в руке. Ой, боже, что это за эхо такое? Что это за эхо? Так. Это у меня игра поломалась, или оно такое есть? Сейчас, секунду, сейчас посмотрим. Да не, вроде нормально должно быть, не знаю. Так, что это тут? Ага, и что это? Так, ля, сколько и скотч, и что это такое? И батарейка. Блин, все нужно. И смола. Так, солнечная панель мне не надо, лампочки тоже лишние, да? Угу. А вот и 3D принтер, насколько я понял. О, стрелы мне нужны. Стрелы мне нужны. Ага, мы тут можем сохраниться даже с вами и поспать. Прикольно. Так, что это такое? Как тебя использовать? Все, никак. Так, фляжка, фляжка. Можно мне, чтобы оно из руки исчезло? Так, фляжка. Маска. Крюк. Техноткань. Сани. Стрелы. Фляжка. Ну давай фляжку. Давай фляжку сделаем. Блин, я думал, больше будет всего интересного. Только зачем мне фляжка, если у меня, по-моему, есть, да? Фляжка или нету? Или, по-моему, у меня фляжки нету. Бум, есть, хорошо. Отлично, берем в руки топор и смотрим, где наша с вами фляжка. Вот фляжка. Так, выпороть, выпить. А у нас нет водички, нужно будет потом, я так понимаю, набрать. Все, это типа все, что есть. Может, еще одну фляжку сделаем? Давайте, у нас, в принципе, краски много. В принципе, краски много, так что можем себе позволить. Давайте выпьем. Покушаем на всякий пожарный. Пусть будет две фляжки. Так, отлично, мы забрали, правильно я понимаю? А, мы не можем две фляжки с вами. Понял, ладно. Давай смотреть, маска. А что нам маска дает? Давай маску сделаем. Так, маска, ага. Это сможем такой костюм себе сделать? Ля, какие мы красивые сейчас будем. Та ты шо? Ну, одеть. И что нам дает эта маска? Что нам дает эта маска? Выбрать. А, или типа я могу так как-то... Как-то что-то непонятно. Ладно, ладно. Крюк. Давай попробуем. У нас, по-моему, есть оно, да? Если я не ошибаюсь, вот это вот. Либо нет. Да, есть оно. Все, я сейчас думал, знаете, что мы сейчас тут наделаем себе оружие, брони. Наделаем всего прикольного, интересного. И техноткань. А что за техноткань? Что за техноткань? Мне интересно. Сейчас сохранимся и пойдем сходим вон туда, посмотрим, что у нас там есть.
Блин, а фонарик? Интересно, где фонарик находится? Так, техноткань. В инвентаре доступна новая что-то кого-то. Так, техноброня. Ага. Техноброня. Это типа нужно будет сделать вот так, правильно понимаю? Батарейки. Эта штука. Вот. Потом, где наша техноткань? Где наша техноткань? Не, веревка нам не нужна. Техноброня, ну а где техноткань? Так, либо я что-то не понимаю, либо я ее не вижу. Где наша техноткань? А ну, ребят. А, вот она, ё-моё. Все, хорошо. Шикс, 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 шикс. Одели. Отлично. И что это нам дало? Что нам дало? Что-то нам дало. Еще сделаем. Давайте еще сделаем. Давайте еще одну сделаем. И ляжем, поспим с вами. Блин, ну звук мне тут не нравится. Он как-то эхом. Как-то эхом оно идет. Ладно, все, больше ничего нету. Сани, ну сани нам не нужны, стрелы. Давайте стрелы наделаем. Что у нас по поводу стрел там? Должны мы, да? Каменная стрела. Стрела из угля, да? Водорода, арбалетный болт. Угу. Все, ладно. Давайте сохраняемся. Да. Сохранится. И идемте посмотрим, что нас тут ждет. Хотя, наверное, давайте сделаем, как мы нашу техноброню. Во. Ну, не зря же мы ее правильно крафтили. Так, идемте смотреть. Так, ты кто? Так, ты кто тут такой? Забрать. Шуруповерт нельзя забрать, да? Это все? Я думал, тут будет что-то прикольное. Так. Сумочку нельзя залутать, ага. Бабосики. А тут кто-то ходит, да? Тут, я так понимаю, тут кто-то ходит. А что такое? Ключ-карта? А где мне ключ-карту взять? Где мне взять ключ-карту? Ее же вроде здесь не было, да? Так, давай смотреть. Ладно, сейчас в текстурах не застрять. Так, а где ключ-карта? Неужели мне нужно будет сейчас возвращаться, чтобы потом вернуться сюда? Ключ-карты тут нету. Ну и ладно, в принципе. В принципе, ну и ладно. Я так понимаю, мы сюда еще потом вернемся. Так, ты не ключ-карта. Нет, ты не ключ-карта. Здесь нигде нету. Здесь только солнечная панель, фляжка. Угу. Батареечка. Так, есть ли у тебя тут ключ-карта? Навряд ли. Ладно. Ладно, предлагаю запомнить это место. И сюда еще вернуться. Мало ли мы найдем ключ-карту с вами. Где-то. Так, все, уходим. Уходим, уходим. Надеюсь, это место сохранится. А если нет, то мы на крайняк сейчас с вами поставим здесь палатку. Поставим здесь палатку. Так, что у меня тут светится? Трос. Нет, трос мне пока не нужен. Она вроде осталась здесь, вроде осталась. Но предлагаю, знаете, сделать, чтобы мы точно с вами не потерялись. Мало ли, меня игра заглючит. Я поставлю здесь палатку. Домик. И оно у меня как раз на миникарте будет отображаться как домик. Я думаю, будет так
Так лучше будет. Так, а вот эти вот крики мне уже не нравятся. Ой-о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 й. Ой-ой-ой, погоди, 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 погоди. Все, домик отображается. Или не отображается? Ну, по идее, должен отображаться. Ладно, уходим отсюда. Идемте в пещеру. Идемте в эту пещеру, где вертолет. И потом попробуем найти еще одну. Ага, а ты хочешь, да? Хочешь все-таки. Ах ты, падла, это что такое? Что он такой сильный? Это что ты такой сильный? Я так и не понял. Блин, я столько всего потратил. Столько всего потратил, ты чего? Ты чего? Ты меня... Ты мою броню, падла. Ты мою броню... У меня больше нету, да? Мы, конечно, можем перезагрузиться сейчас. Можем переиграть. Ну ладно. Так. Погоди, а что у меня по поводу... Смола для принтера 3D 850. Так, ребята, давайте, наверное, мы... Так, чухни отсюда. Давайте мы с вами вернемся. Давайте мы с вами тут вернемся. А ты кто? Погоди, а ты кто? А что ты от меня убегаешь? Алло. Ага. Так, и наделаем себе супер-пупер броню. Все, ребят, до побачення. Я понял, за чего я не мог его топором никак победить. На нем была такая же самая супер броня мерзкая, как я добываю с этих, как его, с челиков, уродцев мелких. Так, идемте напечатаем. Так, давай мне ткань. Как раз на все и напечатаем. Так, а компьютер нельзя, да, никак взаимодействовать? Что, закончилось или что? Не может быть такого. Кажется, не может быть такого. Так, давай сюда. Ну, назад, 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 назад. Так, давай смотреть. Дай сюда, дай сюда, дай сюда. Сюда, дай сюда. Как раз нам пригодилось это все. Не знаю, буду ли я сейчас это все одевать. Либо подожду уже какого-то конкретного замеса. Так, давай сюда, давай сюда. Это я все нафармлю. Батарейки, вот эти все штуки. Это я все нафармлю, это не есть проблемка. Все, у нас смолы, да? 200. А нам нужно 250, а тут больше нету. Ну и ладно. Так, сохраняемся. Да, вот тут мы. Давайте. Да, сохраняемся. Пошлите дальше лутать пещерки. Конечно, рассчитывал потратить патроны для пещеры, но если тут будет нападать, мы с вами их встретим. Я так понимаю, домик здесь в принципе не нужен, да? Так. Давай, ладно, заберем брезент. Берем в руки с вами навигатор и просто побежали отсюда. Все, ребят, нас тут нету. Вот вечно они, как говорится, не вовремя. Блин, я надеюсь, что мигать оно будет постоянно. Это место. Но на крайняк найдем. Но я так понимаю, что еще где-то должно быть вот такое вот точка светящаяся. Но там пещеру слева мы лутали. Вот одна пещера. Где еще третья? Где-то должна быть третья пещера. И такая же самая мигающая точка третья должна быть.
Если, конечно, я не ошибаюсь. Так, блин, нужно будет потом половину, наверное, оленей. И поделать у них тоже броню. С их шкур. Но это явно не сейчас. Позже займемся. Так, мне нужна пещерка. Как туда добраться, как туда забраться? Мухомор, блин, а я могу выкинуть мухомор, он же мне не нужен, правильно? Не-не-не, я хочу его выкинуть. А давай скушаем, посмотрим. Бля, да? Не? Так, все, это тоже скушаем. Все скушали, мы умнички, молодцы. Блин, опять это монстр, да? Опять этот монстр, да. Не-не-не-не-не-не-не, отстань от меня, у меня на тебя времени нету. Я не хочу сейчас с тобой сражаться. Так, где вход в пещеру? Где вход в пещеру? Ага, а вон и третья пещера, вон там находится. Классно, все. Шикарно, отлично. Надеюсь, Келвина он не тронет. Надеюсь, Кевин у нас будет в порядке. Так. Давай смотреть, Берем в руки фонарик. Мне бы сюда обычный фонарик бы, наверное. Так, консервы, часики, тряпочка. Тряпочка, это хорошо. Ткань тоже. Это что такое? Ой. Ой, фу-фу-фу. Я что-то скушал. Мы что-то с вами скушали. Так, давайте смотреть. Здесь, по-моему, внизу что-то должно быть. Веревочка, хорошо. Конечно, не уверен, но... Ну, что-то по-любому здесь должно быть. Что-то здесь должно быть по-любому. Так, давай смотреть. Давай, давай. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Не попал, не попал. Попал. Не-н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 е. No-no-no-no-no-no-no. Так, что тут есть? Ага, эти штуки. Давай воспользуемся. Давай воспользуемся. Так. Вот так. Все, хватит. С вас хватит, ребят. Давай, берем ствол. Берем ствол. Давайте еще раз попробуем. Так, хорошо, перезарядить. И, по-моему, еще один, да, остался где-то тут бегает. Блин, я не попадаю. Я в тебя не... Попадаю, я в тебя не попадаю. Ладно, возьмем. Да-да-да-да-да, сейчас ты меня... Сейчас ты меня получишь. А ну, остановись, стой на месте. Во-во-во-во, гори-гори, ясно. Чтобы не погасло. Все? До побачення. Прикольно, прикольно. Ладно, идемте смотреть, что у нас тут с вами есть. Что мы тут с вами не собрали. Угу, куча всего. Интересного. Тряпочки, тряпочки. Ноутбук. Сюда можем пройти. Нет, сюда, к сожалению, мы не можем пройти. Но я так понимаю, это все? Или нет? Или еще кто-то будет тут? Ах ты падла, ах ты падла. Стой, 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 стой,
Все. До побачення. Ага, ведь я увидел, там можно тебя... Да, можно броню с тебя снять. Прикольно, нужно будет сделать все то же самое из тех, что там лежат, челики. Так, дрель. Тут ничего. Одеть. С них можно неплохо брони себе налутать. Вот вы где. Ню-ню-ню-ню-ню. Не поднять. Брось. Во, вот так. Патрошков мне не жалко. Патрошков я еще нафармлю. А вот с броней тут всегда проблемка. Ну, наверное, все оставшиеся... весь оставшийся инвентарь, потрошки, гранаты, наверное, использую на третью пещерку. Что-то я чувствую так. Так, сколько у меня вообще пистолетных патронов осталось? Патроны. Все? Один патрон остался. Да, у нас один патрон остался. Прикольненько. Так, дай сюда. Создать. Все, отлично. Идемте смотреть. Ну не, нас таким уже не напугать. Мне интересно, вот эту вот штуку можно ли с вами чем-то повредить, либо нельзя. Так, бомба с таймером. А давайте попробуем. На, лови, братиш. Йо. Крица, что ты на это скажешь? Что ты на это скажешь нам? А ты живой или не? Или ты уже все? Или ты уже все? Ты уже закончился? Ты не живой? Тихо. Кто это? Все, каждый сам за себя. Блин, я ничего не вижу. Если из вас кто-то это что-то видит. Я лично ничего не вижу. Вот сейчас тут что-то должно еще быть, правильно я понимаю? Или неправильно я понимаю? Блин, 40 патрошков на пистолете это мало, особенно мне. У меня, конечно, стрелы еще есть, я не переживаю, у меня стрел куча. Но пистолет надежней. Ага, вот ты что, да? Вот она, что ты. Тихо. Кусь. Да, а сколько вас тут, а? Кусаки, барабаки. А ну, погоди, стой. Дай. А ну, если я тебе привет передам от подписчиков канала. Ну. Йо! Здорово, братан. Не ври. Не ври. Не надо. Ты меня не поймаешь. Не. Так, Арчи, таблеточки. Таблеточки. Тихо. Йоу, воу, ребятулечки. А давай по одному. Да. Молодец, умничка. А давай-ка возьмем в руки топор. И с тобой поговорим. Как тебе такое? Не нравится, да? Да, не нравится. Мне тоже не нравится. Самое интересное, я сейчас на топор нажимаю на R-очку, чтобы перезарядиться. Не. Ты чего? Зачем оно тебе надо? Ну зачем? Все, хорошо. Я к там кажу, до побачення. Так, а выкинь его, пожалуйста, и забери с него броню.
Красавчик. Красавчик вообще лучший. Давайте смотреть, что у нас по поводу брони. Так, чпуньк, пуньк, пуньк. Да, ты шо, мы почти полностью с вами в броне. Мы почти полностью с вами в броне. Это хорошо. Да ё-моё, это я бьюсь об камень, понимаешь? Мы с вами полностью в броне. Не знаю по поводу пистолета, сколько у меня там патрон осталось. Что-то как-то не хочется проверять. Давайте попробуем. Давайте так попробуем. Ля, я даже светюсь. Да ты шо, ля. Вот это я понимаю, вот это хорошо. Так, супер броня. Давай, иди сюда. Все, вот эту вот мерзкую броню одели. Пойдемте смотреть, что у нас тут с вами ждет. Так. Я так и не понял, что там написано. А можно это убрать? Я так понимаю, эти листочки типа что-то должны обозначать. Что-то типа где-то кого-то. Но я так и не понял, что от меня хотят. Так, кто ты? Ага. А ну стой, зайчик, стой. Постой, буквально 3 секундочки, постой. Стой. У меня для тебя есть маленький подарочек. Все. Гори, ясно, чтобы не погасло. На, получи. Ой-ё-моё. Так, под ноги и уходим. Дебил, я броню потратил. Нет. Падла, получи. Я броню потратил за тебя. Я за тебя броню потратил из-за твоего вот этого вот. А? Ты мне ее вернешь. Блин, броня уходит прям как я не знаю. Ну ладно. У нас с вами еще есть кусочек. Это же просто игра, правильно? Правильно, все, умнички. Все, сам себя успокоил, что ничего страшного. Патрошков у нас все, больше нету. Я думаю, третью пещеру мы с вами пойдем, наверное, в следующей серии. Что-то мне кажется, что мне не хватит этого всего, чтобы залутать третью пещеру. А может и хватит. Так, сейчас я понямаю. С вашего позволения выпью водички. И мы продолжим. Так. Что у нас тут и что нас тут ждет? А можно с монстрами типа все? Можно? Можно с монстрами, типа, все. Так, кто ты? Ага. А ну, иди-ка ты сюда. Ку-ку. Как тебе, хорошо? Нормально? Саня, ты в порядке? Ты в порядке, Саня? Ничего не вижу, ё-моё. А можно мне как-то немножко... Немножко, как говорится, ясности внести? Так, что у нас тут есть? Ага, кубик-рубик какой-то. Да неужели его от этого, как его, от бомбы не... А не, от бомбы его убило. Там еще кто-то пищит. Там еще кто-то пищит.
Ну, если что, сейчас же на лыжи встану, по-любому. Новый монстр, да, какой-то? Какой-то новый монстр, походу. Слышь, братиш, а ну иди-ка ты сюда. Во-во-во-во, стой-стой-стой, так и стой. Стой-стой-стой-стой. Ама. Ага, еще один, да? Или нет? Ничего не вижу. Блин, когда мы с вами фонарик уже найдем? Когда мы уже с вами найдем фонарик? Так, водички, да, мол, попить? Правильно, во, прям под мышкой. Прям под мышкой монстра, умничка. Так, все, ребят, вы закончились? Ну, кто-то ж еще бегает, слышите? Я понимаю, что вы, может, ничего не видите, но вы должны по-любому это слышать. Так, давай присядем. Давай присядем. Так, что у нас тут есть? Что у нас тут есть? А! Это вот эти маленькие карапузики, да? На, лови. Маленькие карапузики. Карапузики-телепузики. Ах ты, падла. Ага, все, будешь знать. Можно мне немножечко чего-нибудь? Ой, дурак. Так, бабосики, это, конечно, хорошо, но дайте мне что-то, зачем я сюда пришел. Я ж не просто так сюда пришел, правильно? Не за пепси-колы же. Блин, бесите меня. Так, ладно, идем. Налево и направо. Тут направо, налево. Давайте налево сходим, посмотрим. Налево тупик, да? Да, налево тупик. Давайте направо сходим. По-любому сейчас кто-то меня ждет. Тут вот стопудово. Да-да-да. Стопудово кто-то ждет. Блин, а давайте попробуем вот эту вот штуку туда. Туда закинуть. Стало еще хуже, да? Скажите, стало еще хуже, чем было. Не знаю, почему тут реализованный так свет. Не знаю почему. Но мне вообще не страшно. Или это я вышел обратно? Куда это я вышел? Или это вышел обратно? Не сюда надо. Алло? Мистер Бабайка? Where are you? It's me, Mario. Блин. Ничего не понятно. Я еще тут с топориком, молодец. Так, давайте броню оденем, какую мы с вами налутали. Чтобы, если что, можно было убегать отсюда. Тихо. Ага. А ты тут один, интересно, или... Или вас тут много? Во-во-во, молодец, умничка. Все.
Надо бранить. Ага, ты тут с другом, да, был, я смотрю? А ты тут с другом, я тут был, смотрю, да? Да куда ты? Все. Ах, страшно, страшно. Вырубай, вырубай, страшно. Все, 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 не подходи, пожалуйста. Ну не подходи. Ну не подходи. Ах ты, какашка. А что у меня для тебя есть? А у меня для тебя есть только хаешка, по-моему, да? По-моему, только... Ёб твою. До побачення. До побачення. Все, 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 все. А теперь по одному. А теперь по одному, падлы. Фу, как же стрёмно. Вообще ничего не вижу. Блин, зачем ты его поднял? Брось, пожалуйста. Во, а броню забери. Да, если бы не эта жуткая броня, мы бы, наверное, с вами закончились бы уже давным-давно. Так, дай... Шикарно. Ну, все, мне уже не страшно. В принципе, с этими я разобрались, так что мне уже не страшно. Осталось еще совсем чуть-чуть. Так, идем. Давайте, наверное, используем последнюю штуку. Донде стала библиотека? Дайте мне, пожалуйста, фонарик. Я мог бы, конечно, факел достать, но... Когда на нас будет нападать, нам факел не очень сильно и поможет. Так что лучше с топориком походить. Так, ага. Я вижу свет в конце туннеля. Прикольно, прикольно. Так, а ты кто? А ты кто, падла? А ну, на, лови подарочек. Все, до побачення. Блин, даже уши заложит в пещере, прикольно. Прикольненько. Так, давайте забираем. Забираем, забираем жуткую броню и идем смотреть. Если нас тут ничего не ждет интересного и нужного, я реально психану. Почему мне хочется вечно эрочку нажать, перезарядить? Перезаряди, короче, свой топор. Так, одевать броню полностью по максимуму. Потом, если что, либо из листьев сделаем, либо из этого. Из оленей. Ляг, сколько здесь работников. Чилит, зависает. Вместо того, чтобы на работе быть, они зависают. Падла. Ах ты, падла. Ах ты, падла. Да подстань ты. Отстань. Все? Или не? Или кто-то еще хочет? Ах ты. Гребаный. Гребаный попрыгунчик. Блин, какая длинная пещера. Зачем делать такую длинную пещеру и не делать тут лута вообще никакого? Дай мне фонарик, пожалуйста.
Хорошо, это веревка. Это веревка. Ура! Сколько много лута. Уи! 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 Так, все, ладно. Нужно уже серию заканчивать, а мы все никак не доберемся. Куда-то непонятно куда. Так, ну там вроде ничего нету. Здесь тоже. Давайте идем. Когда будет фонарик? В какой из пещер я могу найти фонарик? Либо это не в пещерах нужно искать. А, тут и направо, и налево, да, разделение идет. Ну вы вообще молодцы, что я могу сказать. Вообще умнички. Куда мне, направо, либо налево? Или это типа одна и та же дорога? Так, ага. Патроны дали. Патрошки — это хорошо. Так, что это увеличить? Какой-то мужик в пиджаке. Прикольненько, хорошо. Так, а я могу разломать вот эти вот штуки? Угу, разломал, проверяй. Ладно. Идем назад, идем назад. Идемте назад, идемте сюда. Ага, тут косточки лежат. Кто-то понямал, да, я смотрю. Неплохо так. Ой, мне эта слизь вообще не нравится. Так, кто бы тут не был, давай договоримся, что ты меня нямать не будешь. Ага, опять эти карапузы, да? А у меня коктейлевого молотова нету, да. Жалко, я пшел бы их бы немножко. Откоктейлил бы. А может хаешку кинуть? У меня же есть еще хаешка. И хаешек нету. И хаешек нету. Прикольненько, прикольненько. Так, стопе, стопе. По одному. По одному, ребят, по одному. Давай, подходим. Все, 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 все. Так, это что? Ах ты. Падла. Кусачая. Так, что это за минерал? Его нельзя добыть? Не, нельзя. Жалко. Когда уже конец пещеры? Ну это не серьезно. Ля и наверх поднимается, и вниз спускается. Это не серьезно. Это вообще не серьезно. Ё-мо, опять эти, да, карапузы? Опять эти карапузы, которых я вообще не вижу. Блин, может попробовать факел взять в руку, как думаете? Либо еще хуже будет. Где наш факел? Но оно вроде и хуже, вроде и лучше. Но мы так палимся, я так вообще ничего не вижу. Не, она вообще беспонтовая. Да, она вообще беспонтовая, этот факел. Ах, хват, падла. Падла, падла, бей его. Бей, бей. Так, давай попьем. Все, перевели немножко дух. Пошлите дальше. Йо, это что такое? А, это просто... Просто глюк, я понял. Так, отстаньте от меня.
Отстаньте от меня, пожалуйста. Дайте мне отсюда выход, либо дайте мне фонарик, либо зачем я сюда пришел? Что, типа, чтобы что? У нас вход и выход еще наверх был, помните? Кто это? Ага, это этот. Кусака барабака. Понял. Это кусака барабака. Все, до побачення. Тихо. No. Ах ты, падла. Я ничего не вижу, ребят. Кто-то что-то видит. Вроде попадаю. Все, походу мне, конечно, я, да? Я ничего не вижу, куда я бегу. Стой. Пожалуйста. Дай. Падла. Блин, мы до конца не дошли. Только не ври, что это... Что это конечное, не? Надеюсь, мы в этой пещере. Там, где нам надо. Как же они меня бесят, падлы. Это мы начали с самого начала, там, где мы были, да? Да, это мы начали с самого начала, там, где мы были. Мы должны были сюда и с вами пойти. А ты издеваешься. А у меня уже нету ничего с ними сражаться. Я даже не помню, куда нам нужно идти. Мы столько уже с вами прошли, что я даже не помню, куда нам нужно будет идти сейчас. Блин, какая же все-таки длинная пещера. Так. Куда-то все-таки мы, наверное, дойдем, да? Сможем сделать с вами коктейль Молотова. Хорошо. Хоть что-то. Так, ну тут, походу, чисто должно быть. Здесь, по идее, должно чисто, так что мы сможем просто с вами пробежать. Не поверите, я хотел в этой серии записать, ну, если, конечно, кто-то досмотрел этого момента, записать прохождение двух пещер. Угу, записал, проверяй. Так, куда это вот идти? По-моему, куда-то сюда. Я еще спать хочу. Ну, у меня показывается, что типа я скоро спадки захочу. Блин, ни брони, ни оружия. Вообще ничего нету. Отстань от меня. Я вообще ничего не вижу. Так, вот тут я уже не помню, куда нам нужно идти. Сюда. Либо не сюда. И тоже туда, куда мы пошли, где нас только что с вами нокнули, то там еще и слева есть вход. Вот это вот что самое интересное. Блин, всю броню мне потратили. Так, тут наверх, да? И, по-моему, налево куда-то или куда там? Да, тут налево нужно. Вот сейчас нас... Да, вот тут нас с вами нокнули, по-моему. Вот тут где-то нокнули. Так, берем в руки коктейль Молотова. Поджигаем и идем. Так. А, вот вниз еще.
И вот налево наверх есть вход. Куда он идет, я даже без понятия. Ага, в тупик, да, ты меня ведешь? Понял, значит, хоть с этим разобрались, что мы, типа, в принципе, правильно идем. Теперь осталось разобраться с этими двумя монстрами, которых я не вижу. И когда я беру в руки арбалет, у меня свет вообще пропадает. Хоть бери здесь костер, разжигай. Бери тут костер, разжигай. Так, как вариант. Говорится, почему бы и нет, правильно? Чтобы, если что, хотя бы кого-то видеть. Так, идем пробуем еще раз. Просто если нас сейчас тут забаранят, то, в принципе, на этом прохождение закончилось, так как мне придется все заново это проходить. Ну ладно, постараемся. По крайней мере, постараемся. Я бы хотя бы одного сейчас бы... Этого... Бабайку победить бы. И со вторым было бы, я думаю... А я не попал, да? Не туда, куда надо. Да, я походу не туда стрельнул, куда надо. Ага, а что я стреляю, если у меня нету стрел? Красавчик. Умничка, Арчи, лучший. Так. По максимуму. Просто не уверен, что смогу в него попасть... С этого, как его... С топора. Не уверен, что попаду в него с топора. Ага, и тут эти карапузы на меня сейчас будут нападать, да? Эти карапузы на меня еще нападают. Прикольно, прикольно. Конечно, вообще не прикольно. Где монстры? Все, минус один. И тут где-то должен быть минус второй. Не-не-не, ребятки, не-не, погоди, пока не до вас. Пока, ребятки, не до вас. Мне нужен ваш дружок. Ваш братишка должен вот этот вот. Все, уходим. Стрел нету. Так, съесть лекарство и наделать еще стрел. Так, надеюсь, мне всего хватит, блин, у меня палочки закончились, ладно. У меня вообще все позаканчивалось. Так, давайте попробуем, стой. Давай, все, падай, пожалуйста. Пожалуйста, падай. Стой, а теперь берем в руки... Топорченко. Берем в руки топорченко. Так, берем в руки лекарства. Блин, сколько долго, сколько же я записываю уже? Час, наверное, где-то, да? Где-то час, наверное, мы с вами... Все, есть. Быстрое лекарство. Осталось две штучки. У нас мало с вами всего. Давайте еще одно примем.
Все, хорошо. Я опять хочу нажать R-очку, перезарядиться. Это прикольно. Так, где ты? Так, а можно ли восполнить мне запас здоровья? Либо нельзя. У нас последняя таблеточка с вами осталась. Ребят, все, это конечно, это реально конечно. Насколько я понял. Топотун, для какой... Какой-то потун. Почему у меня здоровье не восстановилось полностью? Потому что... Ля, сколько я здесь? Не, я их походу не вытяну. Даже если сильно захочу. Ага, я даже и не вижу ничего. Ты вообще красавчик, Арчи. Ты вообще, Арчи, красавчик. Ну все. Это, конечно, ребят, что я могу сказать больше. Больше у нас с вами ничего нету. Низкий уровень здоровья. А мне нету чем лечиться. У меня нету больше лекарств. Если я поем, ты ж меня не восстановишь ничего. Даже, по-моему, если я посплю, по-моему, оно даже не восстановится. Мне конкретно нужно лекарство. Мне конкретно нужно лекарство. Блин, не хотелось бы так закончить. Не хотелось бы так закончить. Так, а можно мне... Можно ли мне, пожалуйста, дай сюда. Дай сюда. Дай-ка мне сюда. Так, ну если здесь сейчас будет какой-то монстр. Ага, это крюк. Прикольно. Крюк-кошка, которую мы искали, да? Ткань. Так, надеюсь, отсюда можно выйти. Надеюсь, отсюда можно выйти. Пожалуйста, 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 все, мне больше ничего не надо. Мне больше ничего не надо, мне просто выйти отсюда в безопасное место. Так, 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 а ну. Ребят, мы все-таки это сделали, мы таки эту штуку нашли. Так, что я предлагаю сделать? По-быстрому, прям максимально по-быстрому. Вот так. Сори, что лагает. Берем вот так. Блин, не так. Вот так. И делаем с вами, ребят, сохранение. Давайте новое сохранение, назовем его 2. 2-2-2, да. И забираем отсюда с вами вот так. Все, шикарно. Что могу сказать? Мы с вами все-таки прошли эту пещеру. Я даже посмотрю, сколько мы проходили ее. 1:09, ё-моё. Все-таки прошли эту пещеру и нашли с вами мы... И нашли мы с вами этот, как его... Йо-йо-йо, до побачення. Ля, мы даже рядом вышли. И нашли мы с вами крюк-кошку, вот эту вот, то, что нам нужно было. Что теперь мне осталось сделать? Мне сейчас осталось зайти домой.
пойти домой. Пополнить запас лекарств, гранат и всего остального. Боеприпасов и так далее. Пополнить этот весь запас. Добраться домой. И в следующей серии попробовать добраться до третьей пещеры, где находится лопата. Ра-та-та-та-та-тушечки-та-та. Мы везем с собой. Тихо-тихо-тихо-тихо. Так. Тихо-тихо-тихо. Так, бумажная мишень. Ну, бумажную мишень я делал, она у меня есть. Этот, и найти себе лопату. И, по-моему, еще должна быть вот такая вот мигающая штука где-то поискать, может, в том направлении. С помощью лопаты мы потом с вами сходим, откопаем там одно местечко. И, наверное, сможем откопать и вот эти вот сюжетные линии, где мне нужно найти еще двух своих кентов, корешей, я не знаю, кто они такие. Так, мой домик недалеко, мой домик далеко, так. Давайте до домика. Все, 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 мы и так с тобой пережили сколько всего. Блин, а где фонарик находится, вот реально. Нужно будет посмотреть, где находится гребаный фонарик, где мы его можем найти. На 3D принтере явно мы его не распечатаем, правильно? Я просто буду орать, если фонарь находится в третьей пещере, там где мы будем сейчас. Если да, то это будет печалька. А если нет, то будет хорошо. Так что все, ребят, всем спасибо, кто досмотрел до этого момента. Если ты досмотрел до этого момента, ставь свой лайк, не жлобись. Тебе просто по экрану тыркнуть и все. Это все, как говорится, бесплатно. И если не подписался, то подписывайся. Есть еще много игрулек, которые мы, как говорится, с вами не прошли. Так что будем вместе это делать. Все, ребят, я до базы, сохраняться. Пополнять запасы. И уже в следующей серии встретимся у третьей пещеры, наверное. Так что все. Всем пока-пока. И до потом.